Колибри Арт представляет. Привет! У нас тут лошадка появилась. Да? Анечка, ты знаешь, как зовут такую лошадку? Нет? А ну вспоминай. Как она ее, как ее зовут? Радуга. Радуга, да. Это Rainbow Dash. Rainbow — это радуга с английского языка, да? А я смотрю, у тебя тоже лошадка на платьичке, да? Единорог. Единорог у тебя? Класс! А что мы с ним сможем сделать? Гриву. Гриву красивую, да? Да. А смотри, у него есть тут отличительный знак, да? У него облачко с молнией, да? А еще у него есть друг, да? Applejack, да? У него тут отличительный знак, у него изображены три яблочка. Он любит готовить пироги из яблок. Applejack, у тебя такая шляпа красивая. Да, это у меня ковбойская шляпа. Класс. Rainbow Dash, а почему у тебя гривы нету красивой, радужной? Да, у меня нету гривы. Я думаю, что мне сделает Анечка красивую гриву. Радужную. Да? Цветную, я имею в виду. Да. Анечка, я хочу гриву фиолетовую с зеленым. Сделаешь мне такую? Спасибо. Открывай. Не получается? Силы нет. Нет. Давай я помогу. Есть еще. Вот, смотри. О, смотри, получай. Молодец, умничка. У тебя получилось. Зеленый цвет у нас, да? Теперь у нас фиолетовый цвет и зеленый. Ух ты, как Анечка делает, катает такие колбаски, да? Да, как ты. Класс. Так небольшой, конечно. Ничего страшного. Я почему так маленький? Правильно делай. Мы потом эти колбаски соединим, и у нас будет разноцветная грива. Можно запутывать. Анечка, запутывай. Да? Аня, расскажи, сколько тебе лет? Сколько? Не хочу. Не хочешь рассказывать про свой возраст? Не хочет рассказывать. Так, молодец. А мои колбаски? Ой, и я запутала. Да. Что же у нас получится, интересно, да? Давай. Отпускай, отпускай. Теперь нажимать надо, да? Давай, давай, давай. Вот, грива пошла у нас. Смотри, какая у нас грива. Так, теперь давай еще. Давай. Будем добавлять им красоты. Я белое хочу. Хорошо, я вот тут маленький кусочек положу. Жди меня. Жду тебя, конечно, жду. Анечка, ты такая умничка. Ты все для меня делаешь. Ты мне красоту сделаешь. Да. Класс. А потом ты мне сделаешь еще заколочки на мою прическу. Сделаю, конечно. Спасибо. Сделала. Так, так, надавливаем, да? Выдавливаем, выдавливаем, выдавливаем. Ух ты, подожди, чтобы она не поломалась у нас. Вот так будем. Ух ты, какая у нас грива красивая, да, получается? Красивая? Так, какая у нас красота получается. Я хочу заколочку. Какую ты мне сделаешь? Звездочка. Звездочка, заколочка будет. Красота какая. Тучка, радуга и молния. Надавливаем. Молодец.
Что там у нас получится? Переворачивай. Ух ты! Заколочки такие, да? Есть тут сердечко у нас? С другой стороны, да, у нас сердечко? Вот где, вот оно, да? Держи. Поехала. Сама, конечно, вот сама. Вот еще одно сердечко. А давай вот это сделаем. Умничка, умничка. И сердечко для нашей радуги, да? Спасибо, Олечка, спасибо. Ты такая умничка. А сделай мне еще мои крылышки. Давай, радуга, я тебе помогу крылышки снять. Чтобы сделать их из пластилина красивые. Оп-оп-оп. Сняли. Давай. Давай ты делай, Анечка. Сюда пластилин, наверное, нужно положить на крылышки. Анечка делает крылышки. Наши крылышки. Много фиолетового надо, весь фиолетовый. Весь пластилин нужно дать сюда. Пробуй. Я хочу помочь, я. А можно мне помочь? Можно. Папкой вот так вот буду придавливать. Вот и я помогаю крылья делать. Вынимаем. Наши заготовки, да? Теперь сюда назад вставляем, чтобы структура крылышек была. Переворачиваем и сюда, да? Аня? Да, сюда. Что, делаем и крылышки цветные? Вот такие у нас крылья получились. Будем вставлять? Давай. Так. Смотри, какие крылышки получились. Мне так нравится. У меня такая красивая грива. Еще и крылья красивые. Спасибо. Тебе очень красиво. Тебе так идет. Просто супер. Видишь, Аня постаралась, а с Катей. Да, мы с тобой старались. И старались, да? Сделали им красоту. Что теперь сделаем? Я хочу кушать. А можно мне сначала перед тем, как кушать, компот хочу очень сильно. Очень пить хочу, пожалуйста. А, я буду тоже компот. Тоже буду. Аня, приготовь на компот. Приготовлю. Хорошо. Разрезаем. Анечка разрезает яблочко. А ну, пытайся. Ножичком не попала туда. Давай, пытайся. Оп, сильнее. Получилось. Вот у нас кастрюлька. В кастрюльку клади яблочко. О, ананас. Давай, с ананасом у нас еще будет компот. Так, а это не так. Да, не жалость. Куда нельзя? Хвостик нельзя. Ну, здесь мы не можем отрезать хвостик, да? Поэтому давай вот отложим тогда, да? Здесь что съешь хвостик? Угу. Виноградик. И половинку виноградика, половинку ананасика и яблочко положили, да? В кастрюльку. Ставим на плиту. Держи. Варим компотик, да? Вари, Миша. Включи плиту. Включила. Молодец. Варим. А крышечкой надо, может, накрыть немножко, пусть поварится. Аромат, да? Аромат от компота. Скоро уже будет, скоро нам по чашечкам разольют. Да. Все. Сварили, да? Выключаем плиту. Наливай. Молодец. Наливаем компот. Молодец. Это тебе. Спасибо. А, Эпплджек. Я люблю. С яблоками. У меня даже ниточки есть, три яблочка изображены у меня тут на лапке. Я как раз яблоки очень люблю. Спасибо. Все, накрываем крышечкой.
отставляем, да? Ням-ням-ням-ням, ой, вкусный-вкусный. Ой, вкусный-вкусный. Эпплджек, тебе тоже понравился компот? Да. Классно, попили компотик. Да. А теперь кушать. Кушать будем готовить, да? Хорошо. Привет, я к вам в гости. Меня зовут Пинк. А тебя как? А меня Джек. Эпплджек, да? Эпплджек. А тебя? Меня Радуга зовут. Либо называй меня Rainbow Dash. Или просто Радуга. Радуга — красивое имя. У тебя тоже Пинк. У меня недавно был день рождения. Я хотела бы вас угостить тортиком. Можно вас угостить тортиком? Можно. Да. Вот мой торт для вас. Я хочу вас угостить. Его нужно нарезать. Анечка, помоги нам, пожалуйста. Я тарелочки расставлю. Ой! Отлетают. Давай сильнее, сильнее. Получится. Получилось. А чем тут? Ну, один лишний остался, да? Да. Мы его отложим, потом в холодильник просто, да, поставим? Да. Давайте кушать. Давайте. Давайте. Ой, вкусно. С днем рождения тебя, Пинк. Спасибо. С днем рождения, Пинк. А вы знаете, что я жду малыша? У меня в животике есть малыш. Я даже не знаю, кто мне, девочка или мальчик, но сейчас узнаем, наверное, это. И появляется. Малыш появился из животика. Класс, смотри, какая. Это девочка, наверное, раз розовой гривой. Это девочка, это девочка. Девочка. Как тебя зовут? Роза, меня зовут Роуз. Меня Розочка зовут. А тебя как? Меня Джек. Это Джек, да. Приятно познакомиться. Это Лиша. У меня дочечка появилась. Видите, какая у меня, да, маленькая малышка. Да. Маленький же ребенок родился. Да. Поздравляю. Спасибо. Теперь мы пойдем к себе домой. Хорошо. Было нам приятно пообщаться и покушать тортик. Ну что тогда, пока-пока. Пока-пока. Пока.